Ты и понятия не имеешь, как рассказать матери, что ее сын умер. Я позвонил ей. Она проснулась. Я думал, она еще не ложилась, и я сказал ей: «Лайза, мне очень жаль. Пип умер. Я думал, он передознулся, но медики и полиция сказали, что он мертв. Что Лил Пип умер. И в своей голове я представлял, что у меня есть два ребенка. И я пытался представить себя на месте его матери. И я пытаюсь понять, что этот ребенок, с которым я провел последние полтора года, о котором заботился, умер. И я посмотрел на него. Он посмотрел на меня, и это было... Мы поняли. В этом взгляде мы поняли, что делаем что-то важное. Мы понимали друг друга. Мы ощущали себя равными. Ты понимаешь, что вы не просто друзья. Мы с Пипом принимали друг друга полностью. Понимаете? По правде говоря, Пип был как чертов викинг. Он мог придумать просто невообразимое.